По капле крови, по следам пальцев рук и даже по запаху в настоящее время можно изобличить злоумышленника. Там, где, казалось бы, нет улик, они находят невидимые невооруженным глазом следы. Они – эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. Многопрофильные специалисты сегодня, 22 апреля, отмечают свой профессиональный праздник – День судебного эксперта. С их деятельностью многие знакомы со страниц детективных книг или экранов телевизора. Ведь установление личности преступника по волосу или голосу кажется чем-то невероятным. Этими возможностями в настоящее время обладают и специалисты экспертного ведомства. Сейчас в областном управлении десятки лабораторий, в каждой из которых объективно и всесторонне исследуют улики. Здесь нет права на ошибку, ведь от заключения эксперта порой зависит судьба человека. Всегда в поисках истины. Таков принцип работы специалистов. В настоящее время в областном экспертном ведомстве проводят порядка 100 видов исследований, позволяющих изобличить злоумышленника и восстановить законные права граждан. Используя научные методы, судебные эксперты имеют возможность не только установить причину пожара, но и идентифицировать по почерку автора документа, оценить ущерб, причиненный транспортному средству в результате повреждений, определить, способно ли лицо к совершению сделки, установить родственные связи с помощью ДНК-анализа. И это далеко не весь перечень экспертных возможностей. Идя в ногу со временем, ежегодно в Государственном комитете судебных экспертиз появляются новые виды исследований, продиктованные развитием науки и техники. Осваивая новые направления, эксперты, как и прежде, руководствуются профессиональным девизом «Объективность, честь, Отечество».